И всем здорово, с вами я, Лимончик, я нахожусь в Рашкинске. Я вернулся, у меня были небольшие выходные вот эти дни. Я сегодня работаю снова на троллейбусе БКМ-321Ю, белорусский. Нам с Минска доставили его, такого красавца. Бортовой номер 123, прям такой 123. Прикольный бортовой номер. У нас сегодня, короче, с 11-м случилось... Небольшая трагедия, как говорится. Его закрыли на временный... Ну как? Часть маршрута закрыли. Там реконструкцию дороги. Это вот на, около переулка Хейканина, вот это. Вот там непосредственно закрыли. А так-то, ну, жизнь остается прежней. Я продолжаю до сих пор работать на 11-м пока что. Как, кстати, надо дверь закрыть. Я сегодня тут на улице стою, сегодня просто народу много в парке собралось там. Вон поехал троллейбус, погнали за ним. А, он, видимо, не на этот маршрут. Так, а я не по той стрелке. Надо будет сейчас переключиться на нужную мне штангу. Ага. О, ряд, как я мастерски умею приставлять штанги. Кстати, у меня будет даже мастер-класс. Я говорю, завтра в субботу у меня будет с трим. Типа, там я буду снова работать на троллейбусе. Там будет много интересного вообще. Вот. Так. Ну, сейчас главное не съехать. Аккуратно, главное, тут самое главное повернуть. Что мне... Вон тут двенашка стоит. Так. Это очень плохо, что троллейбус так едет. Это мне не нравится. Но смена, думаю, будет хорошая хотя бы. Все, дерево вгоним. Конечно, это приносит неудобства мне, когда дома добираться. Мне, получается, сейчас до городской больницы надо ехать. И пешком еще тут неизвестно сколько. Красавец. 11:44, бортовой номер. Красавец. Ничего не скажешь, короче. Я, кстати, еду без информатора сегодня. Как вы там видели, что новостной шуховская? Ладно, 14-й мне все хвалит.
диван. Господи. Улица Пензенская. Личные вещи. Спасибо, что выбираете. Так, этот, видимо... А, это без отстоя, я, видимо, с отстоем. Да, я 0.10, это должен быть. Ну, хотя бы информатор просто. А, в принципе, ненадолго у меня. Перерыв есть. 1.09 должен быть. Полетел, о, как полетел. Да, да, кстати, такой прям, типа, мой водитель этого троллейбуса, вау. Вот такой у меня паспорт есть. О, сейчас я на 4 среднюю зайду. У нас, кстати, Рома, который водитель, стал кондуктором. То есть теперь он кондуктор, я водитель. Наоборот, мы сейчас работаем. Тюрьма. Что у меня тюрьма написана, знаешь? В обратку еду от тюрьмы. Так. В принципе, салон чистый. У меня просто дезинфектор лежит кое-где. Тут у меня тут кондиционер. Вон тут, видите. Вот этот кондиционер у меня. Представьте, вот у меня тут огнетушитель, аптечка. О, 12.44. Здрасте. Красавец. Это еще тут охра. Это еще старенькие у нас такие. У нас раньше в Советском Союзе тут мне рассказывали опытные водители, что тут вот такие вот троллейбусы всегда ездили. Да. Красиво, неописуемо. Все эти фотки, кстати, у меня выложу в ВК. Сейчас, кстати, надо будет сходить. Сейчас надо будет отметить, что мы взяли... Кстати, вот такая вот у нас табличка есть. Надо сейчас отметить в расписании. Да, это я специально, чтобы у меня было непосредственно, что я отмечу, что я был на этой остановке. И надо, кстати, включить ГЛОНАСС, а то пассажиры у нас бывают. Вот, сейчас я буду пойти.
давайте уже поедем. Мое расписание уже, думаю, пришло. Еще, фары надо включать после 18 часов. После 18 часов фары включать обязательно. Типа вечерняя уже смена начинается, чтобы водитель лучше видел. Сегодня даже, думаю, будет подлинный, очень длинный ролик, прям час. Может, больше не. Так, все, открываем дверь. Сейчас, правда, надо кое-куда залезть мне, не обращать на это внимания. Это у меня мои все старые ролики, если вы этих видите, ролики. Мне просто память надо почистить. Заодно зайду в корзину. Мне хоть гигабайты, чтобы меня хоть так этого не видели. Все, поехали. Информатор. Уважаемые пассажиры, приветствую вас в Рашкинском троллейбусе. Маршрут обслуживает унитарное предприятие «Горэлектротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Троллейбус след... Ребят, вы видите это? Подождите. До конечной остановки. Тюрьма. Офигеть! Это... Офигеть, я этот троллейбус ждал несколько месяцев, когда его, он у нас очень редкий, это музыкальный троллейбус из бывших музыкальных троллейбусов города Москва, и его перекрасили в этот такой прекрасный троллейбус, я очень рад. Остановка городская больница. Следующая остановка Петрозаводская улица. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Да, ряд, как вы видите, там у нас уже авария. Вот туда вот. Я помню, раньше 103, ну когда 36, то не 78, нет, 78 лет никогда. Со времен его не было, его уже, его никогда туда не ходили. Ой, ностальгия. Да, старый троллейбус. Мы вообще любили там на московских там каких-то гоняли. Еще тогда второго парка не было. Самый популярный был 78 маршрут. А сейчас-то что? Новая улица, новые дома. Намного хуже, мне кажется, все стало. Или лучше, кстати, пишите в комментариях, кто, кстати, работает. Кстати, кто хочет устроиться, пишите мне в ВК, я в ВК оставлю, то есть, типа, у нас, кстати, будет, я напишу также группу ВК оставлю, я сейчас расскажу для чего. В группе ВК у нас будет, это, типа, будет у нас выборочная профессия, то есть можно будет выбрать профессию. Также будет объявляться день открытых дверей, у нас также есть, она редко, но он очень редко есть. Там много троллейбусов прям стоят. Прям все троллейбусы. Ну как все. Вот 333 один стоит там. Юшки, Лаза, Нью, АКСМ-321, Нью. Также там кто у нас еще стоит? Ну, в качестве.
остановку бетонный завод, нам добавили ее зачем-то. Типа мы, а-ля, мы сажаем пассажиров. Типа, до тюрьмы как вы, пешком дойдете? Ну, как бы тут пешком до тюрьмы можно дойти, но окей. Большие будни и работы. Ой, у меня штаны сошли. Он приём, Сергей. Да, чего? Сейчас, пытаемся. Ну, слушай, на двенашку, пожалуйста. Ага, хорошо, давайте. Ага, хорошо, давайте. Так, меня просили на двенашку выйти. Ну, кстати, двенашка одна поехала. Ну, я не знаю, мне прилично все равно. На каком работать? А вот. Мне хоть на 11-м, хоть на 13-м. Мне ближе на каком-нибудь работать. Как говорил мой знакомый друг в Москве, водитель тоже. Плевать на чем работать, хоть на тракторе. И на каком маршруте. То, что там без разницы. Правда, нынче стали другие времена. Будьте внимательны, троллейбус следует в депо. Все, конечко мне. Все, 12-й маршрут. Я даже не буду сдавать назад. Так. Как-то там перекрыл. О. Кстати, написано, смотрите, я вам сейчас покажу. Вот, да, 2 ТП. Почему ТП? Это троллейбусный парк, значит, прощен. Вообще-то АТП, автобусно-троллейбусный парк, должен быть, но автобусы к нам еще не поставили. Пока что только на троллейбусах. Погнали дальше. Ай, газочку подойди. Кстати, заметил передние сиденья. О, кстати, какой прикольный. 3605. У меня вот такие синие сидушки. Я... Кстати, вон этот, видимо, в парк поехал. Это, видимо, тот, который в ТП в него попал. Да. Да, это, видимо, тот, у него водитель. Тихо. Усложняется тяжесть, точнее, нашей работы. Да вот в этом. Что мы должны, обязаны даже ставить эти штанги. И все равно кому, хоть даже кондуктор у нас бывает изредка ставит штанги, лишь бы кто-то поставил. Прикиньте, у нас кондукторы штанги ставят. Это вообще адекватно? В каком городе видели, что кондукторы ставят штангу? В городе и есть. Но у нас в Рашкинске, у нас частенько, у нас даже бывает всегда кондуктор. У меня бывает даже, когда я с Ларисой работал, я ее просил. Я многих людей просил, чтобы мне штангу ставили. Я всегда кондукторов прошу, если они у меня правда есть, чтобы поставили штангу. Уважаемые пассажиры,
Приветствуем вас в Рашкинском троллейбусе. Маршрут обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Троллейбус следует по маршруту номер 12 до конечной остановки «Волга». Следующая остановка – очаровательный проезд. Нам жалко, что я на 14 вышла, конечно, потому что на 14 я бы тогда по шоссе погонял бы, ой-ой-ой. Я вас уверяю, буду там все троллейбус. Ну, кстати, я вам объясню, почему у нас форма красная у водителя, а у кондукторов белая. Во-первых, чтобы отличать, во-вторых, у нас сделано так. Белый кондуктор, красный водитель, синий. Типа у нас механик, это самая важная профессия. Вот, типа это три профессии, которые у нас есть. И типа, мы поддерживаем Россию. И у нас начальник наш ходит в красно-белой форме. Прикиньте, вот это патриотизм. Вот у нас патриотизм. Остановка «Очаровательный проезд». Следующая остановка «Мавидовский сквер». Я сейчас, может, этот троллейбус догоню, потому что на моем троллейбусе мой свечик до сих пор работает. Прикиньте, до сих пор. Остановка «Сквер». Следующая остановка – улица Новожужинская. Давайте его попробуем догнать. Остановка – улица Новожужинская. Следующая остановка – улица Малиновая. Уважаемые пассажиры, во избежание травм держитесь за поручни. Остановка – улица Малиновая. Следующая остановка – Дворец спорта. Да, он любит закрывать двери на ходу. Остановка – Дворец спорта. Следующая остановка – Волга. Уважаемые пассажиры. В общественном транспорте и на остановках. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей, не трогая их, сообщите кондуктору или водителю. Троллейбус прибыл на конечную остановку «Волга». При выходе не забывайте свои личные вещи. Спасибо, что выбираете нас. До новых встреч! Ну я не спечу, у меня сейчас получается доконечный парк. Да, все верно. Ага, отбой. Угу. Так, вы, думаю, слышали все, погнали. Нам сказали. Скоро все. Ну как, я просто в депо поеду. Отдыхать.
Ну, а сами, вы понимаете, там... А то как? Потом я домой обязательно еду домой. Доезжаю, кстати, мне на 13-ке сейчас даже будет удобно. Или на 12-ке то же самое. Потому что... Потому что сейчас мне по-любому. Это очень далеко будет. Улица Мальникова. Следующая. Уважаемые пассажиры, приветствуем вас в Рашкинском троллейбусе. Маршрут обслуживает муниципальное унитарное предприятие «Горэлектротранс». Желаем приятной поездки и хорошего дня. Троллейбус следует по маршруту номер 12 до конечной остановки «Вкусный парк 2». Следующая остановка – улица Свежесть. Остановка – улица Свежесть. Следующая вечера, слесаря и электромеханики. По вопросам трудоустройства обращайтесь на информационный .forum.fsproject.ru. Вокзал. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Не забывайте личные вещи в общественном транспорте и на остановках. При обнаружении подозрительных предметов, оставленных вещей, не трогая их, сообщите кондуктору или водителю. Следующая остановка – троллейбусный парк номер 2. Горе от ворота в ЧС-станцию, мы будем... Нас собираются... Как-то выходной день попросить на станцию в ЧС, как-то будет очень интересно. Я думаю, я обязательно пойду и ролик даже заснимаю. Ну, у нас еще не скоро, кстати, будет. Оказывается. Троллейбус прибыл на конечную остановку. Весь информатор, все. Мне быстро надо сейчас в парк заехать. О, давайте, кстати, вот с этого ракурса. Все, вот это точно. Вот это я даже на обложку своего видео сейчас поставлю. Не, ну увидели, вот мой троллейбус сегодня встретить. Вау! Сегодня я даже ролик так назову. Будние водители троллейбуса. Хороший день. Сегодня реально хороший день. Здесь 13-х и 12-х много. Ну хорошо, тогда... Давай, да, или мне... Ух ты, ёжики. Ну всё. Давайте загоним троллейбус в парк. Сейчас я тут туда мне 5 секунд. Я отключался там по делам. Наконец-то заехать можно. У нас, кстати, может быть даже скоро раритетный троллейбус выйдет на ретро-маршрут. Типа у нас будет
экскурсии, и эту экскурсию может, скорее всего, буду вести я. Если хотите, чтобы я вела эту экскурсию, давайте. Так, я сегодня в свой ангар заехал. Потому что со мной этот троллейбус тут стоит, вообще он на улице стоит. Но сегодня у него, его день, он сегодня прогреется, потому что сейчас холодно. Все, приехали. Прием диспетчер, я в парке. Ага, давай. А штанги не опускаешь, хорошо. Я тихонечко уже. Как он тут? Вырубать. Гидроусилитель тоже. Поставим. Все. Вырубим. Так, все, троллейбус я выключил. Все, можно идти домой. Так. Как же я хочу сейчас успеть? Троллейбус. Стоп, ты можешь, что ли? Ой, рили. Чел, открой двери, пожалуйста. Даник, открой, пожалуйста, дверь. Открой, пожалуйста, среднюю дверь. Даник, это мой сменщик просто. Даник, открой двери, ПЖ. Ого, спасибо. Мне просто сесть надо было. Все, спасибо. О, ребята. Ну, у нас тут синий, как видите. Ну, это правда. Тоже водитель у нас синий. Ой, наконец-то я. Такого Даника словил. Как и своем троллику теперь сегодня увидеть. Поручни нам перекрасили. Хорошо. Чё стоим? Кого ждём? Странно, что там штанга слетела, что ли? Всё ровно. Да, Ник, алё. Конечно, его останавливать. Меня забыл. Ух ты, спасибо. Все, все. Вот тут я понимаю водить. Переключайся ты. Ой, телефон, подожди, извини. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, вы Сергей? Да, я что? Подключаться водитель. Пойдемте, я сам хз, что там такого, не знаю. Что там, заявление мне просят завтра. Ладно, я вот где... О, как полетел рили, ребят, смотрите. Да.
Вот я бы хотел в этом доме жить. Но надо будет переселиться. Кстати, рядом школа. Вот она, полицейская часть. Мне не так уж и далеко мне идти. Ух ты ж, ёжики. Так, забыл тут. Так. Ага, вот, заменили мою. Так, сейчас возьмем его. Сейчас, кстати, можно домой уже поехать, думаю. Чтобы отдохнуть. Все, погнал. Я тоже очень тяжелый. У меня был. Ой, где-то я не сюда. Тут два просто входа и выхода. Так, мне теперь надо. А, скажу так вот, кстати, ребят. Как сократить дорогу? Где 14-й все вопрос? Ребят, кто сейчас на 14-м на Мавидовский сквер едет? В сторону к остановке. Сейчас скажу какой. Я еду. В сторону к Волге? Да. Ага, ты скоро будешь? Ну так, не особо. Ну хорошо, я просто в твой троллейбус сяду. Да. А, вон 14-й едет какой-то. А у тебя какой троллейбус? Следующая остановка. Улица ну, Новожужинская. Не знаю. Ну а твой троллейбус уже подожду. А то впереди тебя идущий битком набитый. Да, ребят, ждем следующего троллейбуса. Ой, ну ладно, хоть посидим нормально, хоть поработали. Ну, в общем, не знаю, сейчас еще один приедет сюда, но здесь не только набитый. Ой. А то Лилия, что-то набитым троллейбусе. О, мой едет. Вот это я понимаю. Ой, блин. БМВ, забери меня. Видимо, у них какая-то гонка прям. А ты где? А я вот на остановке стою. О, здорово. Не подвезешь меня? Переулок за... Садись. Подвези меня до переулка за Фимки в кафе, пожалуйста. Дорога по... А, все понял. Ну или хотя бы до горбольницы. Ух ты! Так я подеваю вообще. Ну, ты сказал, что дойдешь. Ага, давай. Удачи. Да, о, Петрозаводская улица. Я прямо меня высадил. Тогда я вам скажу, где вообще, вот он. Почитайте. Я прям сейчас покажу. Если я пройду через... А, тут труба.
Вот там отделение. Вот там отделение. И нам приходится вот такой вот круг делать, чтобы... И мало того, они еще через городскую больницу считаем, что держатся, и сюда тут приезжают. Вместо того, чтобы построить нормальную дорогу, делают через задницу все. Мне, короче, вон там вот, пока запретили. Вот. Вот мой, мой дом. Там вон там, короче. А что, уже открыли? Не знал. Видимо, это в первой половине дня. Ну, с вами был я, Лимончик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.